Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Умер заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры хорового дирижирования Валерий Горюнов. Об этом сообщили на сайте Московской государственной консерватории имени Чайковского. Горюнов скончался во вторник, 1 июня в Москве. Ректорант Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине 1 июня 2020 года заслуженного деятеля искусств РФ, профессора кафедры хорового дирижирования Валерия Викторовича Горюнова. Кремация состоится 5 июня, суббота, в 15:30 в Николо-Архангельском крематории. Информация о панихиде будет объявлена дополнительно, говорится в сообщении с сайта консерватории. Музыкальный деятель вел преподавательскую и научную деятельность на кафедре хорового дирижирования. Является учеником легендарных дирижеров Александра Свешникова и Клавдия Птицы. До 2003 года был проректором по учебной работе. Карьере в консерватории Горюнов посвятил почти 50 лет. За это время он стал автором десятков научных публикаций. Входил в состав служебных и рабочих командировок в Польшу, Румынию, Югославию, Венгрию, Болгарию, Германию, Францию, Британию, Японию и на Кубу. Ранее умер 45-летний актер Андрей Погребинский из сериалов «Мажор» и «Ментовские войны». Об этом прессе сообщила мать артиста. Причину смерти своего сына в рассвете сил женщина называть не стала. Погребинский запомнился образом капитана полиции Владимира Доценко в детективе «Ментозавры». Всего он сыграл более полусотни ролей, в частности, за его плечами съемки в таких известных проектах, как «Ментовские войны» и «Мажор». Известно, что он профессионально работал каскадером, а также получил высшее образование психолога. Друг артиста рассказал о его последних днях жизни. Фитнес-тренер Ян Цабут, с которым Андрей Погребинский сдружился на фоне любви к спорту, сообщил, что в последнее время артист жаловался на плохое самочувствие. Инструктор поделился, что разговаривал с актером по телефону неделю назад, договорился встретиться с ним, но после этого разговора он перестал выходить на связь, передает Стархит. Цабут в положительном ключе отзывается о покойном. Он вспомнил, как 9 лет назад познакомился с ним в фитнес-центре. Сразу нашел общий язык с ним. Положительный и открытый человек. Несмотря на коммуникабельность, в личной жизни Погребинский был одинок, детей не было. Семью ему заменяли друзья, которым он всегда старался помогать. Цабут отметил, что в последнее время у Андрея хорошо складывалась карьера. Было много съемок, плотный график. При этом тренер подчеркнул, что у Погребинского не было звездной болезни, просто большой и хороший человек.